Здравствуйте, меня зовут Скити Ольга. Я приехала из города Красногорска обучаться мануальным практикам в Академию телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП к сенсею, мастеру Олегу Гудвину. Во время обучения у нас происходили разные чудеса. Мы не только обучились практикам, но и помогли, проработали это друг на друге и поправили в том числе и свои спины, и шеи. И, ну, это вообще привело меня в огромный восторг, потому что массажисты и специалисты, они всегда как сапожник без сапог. И научившись новым, получив новый опыт, новые знания, научившись новым практикам, я сразу стала использовать это в своей работе и уже получила первые отзывы клиентов, что стала работа более эффективной, более глубокая и более результативной именно по мануальным практикам. Я в восторге от прошедшего обучения и рекомендую всем, кто хочет развиваться в этой профессии и научиться более быстрым путем доставлять людям здоровье, приходить в Академию мануальных и телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП к Олегу Гудвину.